Салам алейкум, дорогие друзья. Честно сказать, такой реакции на этот ролик я вовсе не ожидал. И поэтому спешу представить вам третью часть Админарбуза. А, кстати, условия не меняются. Все то же самое, 500 лайков равно новая часть Админарбуза, которая выйдет тут же. Ну как, просто совесть прихватит меня за жопу, и я пойду делать новое видео. Здорово! Давай, рассказывай, что случилось. Бегович, во, все. Бегович? Короче, на него направили дуло, мы начали грабить, он, типа, был свидетелем, я начал по нему стрелять, он, два человека начал по нему даже стрелять. По Беговичу? И я тут просто начал, Бегович, да, вот этот вот, и начал просто, во всех стрелять. Хотя там даже сверху был еще один. Так, окей, ФРРП. На тебя жалоба, ты, когда на тебя наставили стволы, ты начал, как бы, стрелять. А когда, знаешь, я, смотри, они наставили стволы, и просто начали по ней стрелять, когда они начали стволами. Ну так ты свидетель, чувак, тебя могут убить. Стой, тебя могут убить. И тогда их уже убил. Ты можешь замолчать? Тебя могут убить как свидетеля. А могут просто. Потому что они такие мухи, и я троих убил. То есть ты один убил троих, да? Он даже мне попросту не убил. Стой, ты один убил троих, да? Нет, там еще снайпер был. Ты мне можешь ответить на вопрос, твою мать, ты глухой идиот, что ли, или как? Алло, дядя, ты глухой? Ответь. Ты один троих убил или с кем-то? С кем? С кем? Я у тебя и спрашиваю, с кем? Снайпер. Какой снайпер, блять. На тебя до одного настали стволы, говорят. Ну, доказательства их не дало. Пусть они дают доказательства. С кем ты был? Двоих еще, ты пришли сюда, они тебе все... Ники. Этот, сейчас скажу. Донбасс и Георгий Динако. Сейчас. И еще кто? Георгий Динако, вот этот вот. Георгий какой-то. Что случилось? Точнее, не он, а вас. Вы втроем, ты и ты. Настали на вот этого типа стволы, да? Он, то есть, за ФРРП шел и начал по вам стрелять, так? Я вообще не так. Так. Я вообще, смотри, знаешь что, я просто вышел из дома, спустился, хотел на улицу идти, а он такой подошел и начал меня убивать. Убил. Ну, какого фига ты вообще встал? Ты вот видишь, у тебя ствол? Какого фига, я просто иду, он стоит ствол, и просто так, типа, нормально, он ствол ходит при мне так. Ну, при тебе со столом ходит, что дальше, ты его взял, убил. Короче, чувак, получаешь джайл на 560 секунд за ФРРП. ФРРП, да? ФРРП, да? Ну да. Да, спасибо, супер. Ну зачем вы его убили? Ну, чувак, я все равно в годмоде. Короче, нашел способ посмотреть, кто ливнул и кто вообще зашел на сервер Disconnect. И теперь ищем здесь Бегович. А вот и наш пациент. Все, забанил наконец какие-то вот долбоеба перманентом. Больше он не будет, наверное, по админам стрелять во время разборок. У админ ТП. Не успел. Эх, старею я. Молодняк успевает уже быстрее меня тэпаться. Вот это да. Админ ТП. Здорово, Гипа. Админ. Здорово. Вот этот у меня товарищ вроде бы убил. Или вот этот. Вот эти, короче, кто-то вот из них двух. Меня убили. Посмотри, пожалуйста, у меня последний убил. Ты убил, окей. Ну, вот. Так, ты сюда в уголочек, и ты тоже сюда в уголочек. В уголочке оба стойте. Почему ты его убил? Вот, фрики. А что он тебе сказал? Что он тебе сказал я такого? Я тоже его достаю. Тихо, что он тебе сказал такого? Ну и что, это повод его убивать? Я не убил, смотри, я наставил на него, да? Он взял, достал оружие и на меня наставил. Я боялся, что он меня убьет, так что я его... Потому что тоже оружие достал. Ну что тоже оружие а, достал. А, окей, хорошо. Значит, Гипа, хорошо, я тебя понял. Ты, короче, улетаешь в Джайл за ФРРП. Алло, слушай, о, нормально. Слышь, нормально. Ну что, забань меня, я не хочу на этом серваке играть. Ну, нет, ты будешь сидеть в Джайле, понял меня, ты будешь сидеть в Джайле. Как тебя назвать-то? Как тебя назвать, короче? Очко. Очко, на. Очко слона. Слышь, как-нибудь связать с создателем? Мне бы с создателем надо как-нибудь связать. Это
Ну в ВК напиши ему, в группу зайди, в ВК там. Слышь, ты собака, я тебя скоро ушатаю, братиха. Кого ты там ушатаешь? Сиди, блядь. Не сын. Сиди, уроки учи. Да, я все уроки выучу, в отличие от тебя. Я не понял, ты со мной сейчас спорить будешь или что? Буду. Давай, ну-ка. Я имею на это право. Какое право? Ты право имеешь только уроки делать вовремя и в школу приходить на уроки. Я с тобой спорю, понимаешь, с тобой спорю, все, с тобой ты спорю. Ты слитый дурачок. Понял, с тобой спорю. Да, скинь мне свой канал на YouTube. Если он мне не понравится, я буду дождь. Вот так вот, заявления такие, блин. Скиньте мне его канал. Я буду. Хорошо, две секунды, чувак, подожди. Да. Сейчас скину. Ребят, не кидайте, я сам кину. Найдем, короче, любителя дудоса. У кого на дудосы, короче, фетиши. На, братан, бери. Давай, бери, бери, бери. Ребята, вот кто из вас дудосер, короче, берите. Так, ты на ноже сидишь? Сиди, 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 сиди на ноже, подожди. Сейчас, и подождите, ребят, всем вам, короче, место для посиделок подготовлю. Залезай. Вот, вот так вот. Чуть-чуть левее, левее, левее. Во, сиди, сиди, сиди на ноже, сиди. Лёха. На нож, быстро. Слезай с ножа. Слезай с ножа, говорю. Залезай на нож. Сиди, сидеть на ноже, сидеть на ноже. Ля, что-то я совсем вообще забегался. То админов на ножи сажают, то дедосером свой канал кидают. Надо работать. Причина, бля. Здорово. Че такое? Слушай, я не могу вообще разобраться, как вот работать с компьютером. А, ну сейчас я, короче, подожди. Сейчас я тебя его сломаю, нахуй. Братан, там, будь добр, выбей мне нахер стекло. Зачем? Да, я сейчас тебе винду переустановлю. Ошибка, стоп, 0000000, а! Надо. Ну все, пользуйся. Папа свин, админ ТП. Папа свин! Что это? Что вот это вот? Вот это вот. А, да, это про блок, братан. Где эти кейпады, слышишь ты? Мамкин строитель. Где кейпады, спрашиваю? Это... Ты. Кейпады где? Кейпады где, спрашиваю? Так, с обратной стороны ставь, со своей. Бегом, блядь. Бегом, блядь, ставь свой кейпад. Красава, молодца. Братан, привет, короче. Все, пока, привет. Чтоб тебе близко не было, скотина! Выгони его отсюда! Ой, фриджайл, вы посмотрите. Здорово, братан, что такое? А я его заджалил уже. Тихо, тихо. Ну ща посмотрим, что такое. Рассказывай, что за фриджайл. А у меломана какой ник, если не секрет? Марьяшка, Марьяшка у него ник. А, подожди, он то есть Марьяшка был, вместе с ним грабил, да? Марьяшка вместе с ним грабил, да? Не-не-не. Не-не-не, он без оружия вообще был. Он един, я думал вообще, он один грабил. Да, чё-то... Подожди, постой, постой. Да постой же ты. Ой, ты ладно. Вообще... Я тебя понял. Мы его вдвоем поняли. Смотрите. Собака, что ты здесь делаешь? Ля, какого хуя собака у нас набирает по кейпаду, блять, кот? Ты получаешь бан, нахуй, дебил. До свидания. Антоха, ТП быстрее. Что ты хочешь? Сиди до конца, ты мужик или баба? Хотя, скорее всего, короче, баба, но с таким, подожди, небольшим, может быть, подвохом, да, с небольшим подвохом. Вот уже подходит к концу третья часть «Один арбуза». Если тебе понравилось, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также у меня есть группа ВКонтакте, где проходят оповещения о видосах и стримах. Также не забывайте писать, что бы вы хотели увидеть в следующем «Админ арбузе», и я по возможности постараюсь это выполнить. Всем удачи, всем пока!